Вон, давай. Ты же так долго не держи, вода убегает. Все. Вытирай все, у Данилы. Все. Мыло уносите. Ой, воду только не залазьте. Все, зажали. Ты не разрубишь стучок? Передача «Очевидная и невероятная» будет демонстрироваться поочередно по трем каналам ваших телевизоров. Сейчас настраивайте, пожалуйста, ваши телевизоры на первый канал. Полное обучение английскому языку.
знаєте, як я тобі давав на Давидова? О, так, я його сам звичайно. Ви з таким ж? Yeah.
роговыми зубчиками на конце. Кончик языка смочим клейким веществом для того, чтобы слов говорить не любом. Итак, подняли. Правильный ответ цифра 3 – это дятел. Птицы любят гнезда устраивать в середине преступных скал, а самка и самец отважно защищают своих птенцов. Подняли. Так, все подняли цифру 4. Верно, горел, и все стоят у нас на месте. Выходят птенцов эти животные в разное время года. Нередко и среди зимы в лютые морозы. Подняли, кто был внимательнее. Во время охоты эти птицы громко кричат, пугая рыбу. Но около своих гнезд они ведут себя очень тихо и осторожно. Подняли. Сережа, правильный ответ цифра 1 – это пеликан. Данил, нет, правильно, правильно, продвигайся. Под кожей этих птиц есть воздушные мешки, поэтому они не умеют нырять, не могут нырять. Подняли. Правильный ответ цифра 1 – это пеликан. Эти птицы за раз могут откладывать 15 яиц, поэтому выводится, вы знаете, что может вывести 15 птенцов. А за лето они делают 2 кладки, то есть 2 раза выводят. Представляете, эти трудолюбивые птицы 30 птенцов за лето выбрали. Так, подняли. Правильный ответ цифра 2 – это синица. Очень красивые, пышные перья. Из-за них ежегодно уничтожают сотни тысяч этих птиц. И в настоящее время они занесены в Красную книгу. Подняли. Так, правильный ответ цифра 5. Это сабля. И последний вопрос. Этих птиц используют для охоты. Так, подняли. Так, правильный ответ цифра 4 – это орел. Так, вот здесь вы видите шляпку-ножку, а вот посмотрите, гриб имеет форму непонятную, да? Мам, вот знаешь, здесь хорошо. Ну, сегодня у нас был выходной час. Очень престижно. Огромная. Это Чебурашка нашел копейку и спрашивает Гену. Ген, копейка много, а Ген говорит, отвали. Ну, Ген, копейка много, отвали. Ну, Ген, копейка много, много. Он пошел в магазин, набрался, ну, сладости, и послушай, и кладет ей копейку, а она смотрит на Чебурашку, а он говорит, что вылупилась, да, что? Я же рассказывала про Чебурашку, знаешь, они тут? Нет? Тоже артист. Сына забыть. Поздравляю. Сына наградите, пожалуйста. Гарсон хорошо работал. Да. Ребенок, Леша, Леша, встань, куда, куда? Ну, мы же слушаем. Да, мы такой. Да. Оставшиеся, расходитесь. Призы, как приз. Команда. Великолепная семерка.
Наш девиз. Один за всех и все за одного. Мы команда высший класс. Мы любуемся на вас. Хоть в количестве мы меньше, но мозги у нас вместе. И поэтому мы верим, мы доверимся судьбе. Мы уже судим нашу... Ой, жюри, наше жюри, ты нам строго не суди. Ты получше посмотри и очки все присуди. Показываем отряд номер. Так, минуточку думаем, совещаемся. Так, Лев. Да, третий отряд, ваш ответ. Второй отряд, ваш ответ. Это не кончающаяся песня. Так, значит, Лев, не кончающаяся песня. Эмма голову прилетел дипломат. Он стал отличником. Ваши действия. Показывает третья команда. Дед получил пенсию. Закопал ее в огороде и забыл про нее. На следующий год выросла репа. Пошел тянуть ее и не смог. Бабка, иди-ка сюда, будем репу делать. Бабка, слушай, ходи, позвони по сотовой внучке, пусть она приедет, поможет. Да, слышишь? Приезжай сюда, тут один овощ вылез. И помоги нам старому выдернуть. Ну еще, бач, какого овощ дергать будешь? Хватит тебе базарить, вместе потом пойдем, давай, помогай. Хватит базарить, надо работать, заниматься. Тянут, вытащить не могут. Жучка, ко мне. Здесь, чем могу помочь? Давай репу дергать. Тянут, вытащить не могут. Эй, кот, Васька, иди сюда. Сейчас, рыбу даем и приду. Ты мне нужен сейчас. Ну если надо, так надо. Тянусь, вытащить не могу. Ну я что-то понять не могу. Нас, ребята, здесь народу много, а вытянуть не можем. Ох, Лёха, Лёха. Ох, Лёха, Лёха. Нам без тебя так плохо. Иди скорее, Лёха. Нам репу выживать надо. Направо посмотрите. Какая репа. Принесли репу домой, а там класс. Приносите свои деньги на наш огород. Вторая команда. Бабушки, серенький козлик, ай-два, ай-два, серенький. Ленин! Точно! Отойдите, чтобы не испугать их. Посмотрим, как они купаться будут. У них перепонки. Не, кстати, я первый раз в жизни вижу, чтобы они ходили по льду и сейчас будут купаться.
Кто-нибудь видел такую картину? Вообще, вот, кстати, я не видел. 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 Я не А что, они с разбегу всегда зашкали? Честно. Расскажите, пожалуйста, с какой целью вы создали этот лагерь? Цель у нас одна. Это оздоровление, активное оздоровление детей-инвалидов. И не только детей-инвалидов, детей, которые, в общем-то, страдают. Многодетные семьи, малосемейные, просто здоровые дети. В одном коллективе, вот они очень быстро оздоравливаются, быстро находят какой-то контакт. Вот, у них появляется уверенность в завтрашнем дне. И главное, что если читать наш год экологического действия, это именно подвозить их на природу, чтобы они как-то могли отдыхать от нашего шума, от городской суеты. Это, пожалуй, такие основные проблемы. Мы знаем, что вот нынешний лагерь, это уже второй опыт подобного мероприятия. Скажите, какой появился опыт, исходя из первого, и чем отличались два лагеря? Во-первых, первый лагерь проводился летом, то есть, соответственно, условия были совершенно другие. То есть на природе палатки стояли отдельно, не скучено, было тепло. Вот ребята, значит, постоянно находились именно на улице. Вот, и он был первым. Естественно, к нему мы готовились, мы очень волновались. Вот. А взять второй лагерь, во-первых, это холодный период времени. Затем это все в одном корпусе, все это очень близко. Вот. И, конечно, по-своему здесь очень достаточно много сложностей. Этих детей у нас нет. Но, тем не менее, появились новые ребята, которые... которым, в общем-то, тоже здесь очень нравится. Это, конечно, судя по откликам, это дело нужное. Вот. Будем надеяться, что это не последнее. Те ребята, которые летом у нас были в лагере, уже знают принцип этой игры, но задание, естественно, у нас все новое. Для тех, кто не знает, вот вы привыкли играть в крестики-нолики, что у вас вот просто 9 чистых квадратиков, в которых вы проставляете ту или иную комбинацию, правильно? Правильно. А в нашей игре вы видите два поля. Здесь 9 квадратов и здесь. Здесь чистые квадратики, а эти квадратики... имеет рисунки, да, такие интересные, красочные. И в квадратиках не только рисунки, но и зашифровано какое-то задание. У меня это крестики, справа будут нолики. Вот куда нас, нам вас так нести? Вы нолики? Алеша и Артем? Нет. Так, хорошо. Они все пусть туда идут. Вот, Леша идет туда. Все. Значит, по левую руку от меня крестики, по правую нолики. Как играем? Вы можете выбрать любой квадрат вот на этом, да, табло, какой вам понравится. Выбираете квадрат, я вам говорю, какое задание вы должны выполнить. Выполняет одна команда и вторая. Так, другой сектор, как бы зеркало. Так, зеркало. Так, свитель, да, будете вдвоем? Да. Хорошо, это у меня крестики, мы их вот здесь поставим, да? Так, а нолики Костя и Саша. Так, послушайте внимательно. Вот у нас Костя смотрит в зеркало на свое отражение, друг к другу лицом поворачивает, и Саша смотрит тоже свое отражение. Значит, Костя и Саша выполняют задание, то, которое я скажу, Витя, да, а Саша и Саша, два Саша, это их отражение. То есть они должны полностью скопировать все движения своего отражения, да? Первое задание. А вы все смотрите, мы потом будем
аплодисментами мне покажете, кто же более правильно выполнял задание. Первое задание. Пришиваем пуговицу. Так, печем пирог. Печем пирог. Собираемся в дорогу. Так, последнее задание, выступаем в цирке. Так, все запомнили?
говорить, а, вернее, не одно и то же будем говорить, а каждый будет говорить одно слово из какого-то известного стихотворения. А вы должны понять, что это стихотворение, это будет так нам прочитать. Понятно? Так, крестики, три, четыре. Так, давайте по три раза, да, будем? Три, четыре. Один. Так, и еще раз, три, четыре. Один. Одна. Зимнюю пору, я из носа вышел. Так, молодец, Наташа. Так, садись. Нолики тоже какое-то стихотворение приготовили, да? Три, четыре. Озаряйте. Три, четыре. Озаряйте. Три, четыре. Озаряйте. Коня совсем тонизирует. Горящую. Так, вспоминай, как звучит этот строчек. Горящую избу войдет. Там коня у нас какого снимал. Так, молодцы. Так вон на день рождения придут, то я думаю, что вы будете очень-очень рады, да? Теперь в этой игре участвуют по 5 человек из каждой команды. Выберите таких людей, которые хорошо умеют пантомимо, владеют искусством и могут что-то показать. Ну, я снимаю все. Какой подарок вы дайте и затем бумажки снова отдадите? Друг другу вы не говорите, какой подарок несете. Значит, Наташа, к примеру. Вот ты несешь книгу, да, Татьяне на день рождения, но так, Саше ты показываешь, что ты несешь на день рождения. Пока Саша не загадает, ты вслух нам не скажешь, какой у тебя подарок, она не рассказывает Алёше про свой подарок. В общем, команды работают на время. Чем быстрее вы друг друга поймете, тем лучше. Все задания поняли? Так, сейчас у нас Таня засечет время. Так, нолики, пожалуйста, время пошло. Наташа. Цветы. Правильно? Так, дальше. Алёша, ты догадывайся, что Саша несет на день рождения. Говори. Так, нет, дальше показывай, что идет. Нет, не показывай нельзя. Показывает Алёше. Торт. Так. Так, конфеты. Дальше. Ваня показывает. Так, или все, да? Так, Ваня показывает Алёше. Ваня, нет, ты показываешь Наташе. Наташе показываешь. Часы, все. Время пошло. Еще раз показывай. Еще показывай. Ты показывай до остановки. Не, покажи так спокойно, не спеши. Торт. Так, нет, не торт. Ну еще что-то покажешь. Ты вот одно показываешь, а ты еще подумай, что можно. На ком-то это есть? На ком-то есть, покажи хотя бы так как-то. Или что-то стоит на столах. Что с этим делают? Что с этим делают? Покажи, как его применяют. Как применяют? Не говори. У меня на него.
Еще, еще раз покажи. А дизайн? Так, молодец, Сережа показывает Наташу, он выиграл. Так что? Книжка, книга. Пожалуйста, Наташа. Нет, 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 ты. Ваня. Да, Ваня, Ваня, показываешь. Дискотека. Ну, вот, правильно, но только это, по-другому. Тихо-тихо-тихо. Так. Так, раз. До трех считаешь? Так ты говори, ты же говоришь. Два. И стекло. Сумка. А где ты фон победишь? А вот. Так, есть точно сумка. Сапоги. Можно я? Сапоги. Да, сапоги, хорошо. Нет, вы сережки, хорошо. Еще, сумочка. Там нолики? Свет есть здесь. Хорошо. Крестики? Ну-ка, 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 все крестики. Так, ситуация. Ну, можно такое слово? Нет. Есть у нас сейчас ситуация? Да. Игровая ситуация. Синичка. Синичка. Где синичка? Кать была. Так, нет, синички не было. Катерть. Да, катерть тебе сказали. Хорошо. Крестики? Стубы. Ну, как крестики, давайте. Понял, что? Так, свитер. У кого есть свитер? Так. Сын. Так, вот иди, Саша. Хорошо. Хорошо. Саша. Саша. Ну, ладно, хорошо? Света. Сапежа. Хорошо. Ситит. Ситит. Да. Где у нас здесь ситит? Есть девочки ситит? Как есть? Хорошо. Крестики. Сережа. Сережа. А где? А где у нас Сережа? Вот здесь есть Сережа. Сережа. Сердце. Так, сор. Ну да, я думаю, что это есть. Ты его вырежешь, сердце. Сердце. Так, вспомнили про свои внутренние органы. Сердце. Хорошо. А селезенка. Да, хорошо, молодец. Селезенка. Селезенка. Сустав. Сустав. Сопли. Как врачи смотрят на это? Можно посчитать? Вот это слово.
Ну это же не смех. Смех. Правильно, смех у нас есть. Еще так, секрет. Есть у нас с вами секрет? Вы же секрет. Ну да, я же вам секрет рассказывала. Правильно, хорошо. Саша. Была. Раз. Второе, Саша. Скажи,
подошва на шов. Главное красота и грация. Не надо закрывать. Ты правильно рисовал? Хорошенько запоминайте.
день недели, месяц и число. Хорошенько запомните. Из 5 одинаковых дней недели. Быстренько надо идти работать. Сначала команда в кучу собралась, в кучу, все вместе. Вот туда. Девочки, идите туда. На эти листочки три задания. Кричите, кричите. Взять, пожалуйста, все. А вы сядьте прямо. Один за одним встаньте и сядьте. Все. Перчаточник. Крестики. Из какой посуды ничего нельзя поесть? Из кружки. Из сейчас подумайте. Посоветуйте. Из кружки. Так. Ваш ответ? Из бутылки. Из бутылки. Ответ неправильный. Могут... Так, из какой посуды нельзя поесть? Так, с разбитой. Правильный ответ был из пустой посуды. Никто. Нолики, сколько яиц можно съесть натощак? Одно. Почему? Если одно съешь, то второе уже больше не надо. Не натощак есть, хорошо. Крестики, на какое дерево садится ворона во время дождя? На какое? Так, ответ? На мокрое дерево. Правильно, идет дождь, дерево мокрое. Правильно.
На что похожа половинка яблока? На вторую половинку. Правильно ответили. Может ли страус назвать себя птицей? Нет. Почему? Пожалуй, нет. Потому что он не летает. Ты же с вами сказал. Не летает. Не умеет петь. Есть птицы, которые не летают, тем не менее они птицы.